Значит, друзья, история очень простая и банальная. Выезжал из города Одессы, значит, передо мной ехал патрульный автомобиль. Вот, приближались к большому перекрестку в городе Одессе. Прямо на перекрестке, когда патрульная машина проезжала этот перекресток, обогнал Рено Трафик их прямо на перекрестке. И перестроился дальше, перестроился уже, где еще шла сплошная линия, прямо перед ними, перед носом, перестроился и продолжил движение. На ближайшем светофоре, где-то метров через 200-150, мы все остановились, я сравнялся с патрульными. Вот, думаю, ну скажу им, ребят, что не реагируете. Сравнялся, значит, с ними, открыл окно, показываю жестом, откройте окно. Они открывают окно, у них музыка там, туц, туц, туц. Я говорю, потише, говорю, музыку сделайте, ничего не слышно, даже сказать ничего не могу им. Сделал музыку потише, царь. Я говорю, что вы, говорю, дословно говорю, что вы, говорю, тупите. Вот Рено Трафик перед вами стоит. Обогнал вас на перекрестке, что не реагируете? Потом по сплошной, говорю, проехал. Он на меня посмотрел, говорит, я с вами даже разговаривать не буду. Что значит, что вы тупите? И окно закрыл. Я думаю, ничего себе, думаю, ладно. И они начали движение, поехали. Думаю, поеду за ними. Двигаюсь за ними, они увидели, что я еду сзади, начали уезжать. Заскочили во дворы, как какие-то преступники. Я за ними во дворы. Значит, едем по двору, с тележкой, видимо, дворник. Рано утром же дворник с тележкой там совался по двору. Они остановились, я воспользовался моментом, быстренько вышел с машины, подбегаю к их машине. Дальше смотрите, что происходило. Вот, пожалуйста, инспекторам сделал замечание, текают по дворам с музыкой. Инспектора, инспектора, постойте, 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 инспектора, куда, 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 стой, 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 куда поехал, эй! Остановитесь, остановитесь, куда вы едете, мне помощь нужна. Куда вы едете? Остановитесь, я говорю, я за вами бегу, вы не видите или что? Я не вижу, как вы не видите, что вам по машине стучат? А что вы сигналите? Остановитесь, что вы сигналите? Я вам объясню, почему. Вы мне по машине стучат? Я, да, вам. Остановитесь, пожалуйста, мне нужна помощь ваша, остановитесь. Пожалуйста. Инспектора, будьте любезны, остановитесь, пожалуйста. А что вы не пристегнуты ремнем? Я сейчас вам объясню, остановитесь. Мне объясните? Да, ремнем безопасности. Остановитесь, я вам объясню. Я ремнем безопасности. Хорошо, остановитесь, оформите. Пристегнуть. Я не против, остановитесь. Чего вы стоите на своем ряду? Я с говорю, этого ряда только налево. Отлично, я прошу помощи. Налево с этого ряда. Я понимаю. Здравствуйте, инспектора. Здравствуйте. А как вы не видели? Помощь? Какая помощь нужна? Да. Я остановился на светофоре перед этим, да, вместе с вами. Вы вместе со мной? Да. Не знаю, что у меня она зафиксирована. Вы не знаете? Нет. Вы не в курсе? Нет, я не в курсе. У меня есть видеорегистратор. Хорошо, ну. Вы не останавливались? Нет, я не останавливаюсь. Я до этого вас помощи не просил. Знаю. В смысле? Вы мне помощь просили? Какую я до этого остановился на светофоре. Вместе с вами сравнялся, открыл окно, сказал вам, что вы тупите, дословно. Вы меня... сказали? Да. Я не знаю. Помощь какая вам нужна? Давайте так, помощь какая вам нужна? Я вам объясняю. Какая? Вы слушаете меня? Нет, помощь какая нужна вам? Я говорю, я говорю, вам нужна какая, да, помощь? Вы меня какая? Слушаете? Объясните мне помощь, что у вас случилось? Как вас зовут? Меня зовут Николай, фамилия Николай. Мазуренко, да, инспектор патрульной службы. Можно увидеть ваш значок? Да, ваш, давайте. Ваш. Почему вы без значков вот стоите? Значок, вот мой значок, жилетки, я вижу. Будьте любезны, перевесьте его, чтобы было видно. Хорошо, перевесьте. Нет, вы мне скажите, что за помощь. Я хочу. Я говорю, помощь, говорите, я на вызов спешу. Скажите, какая помощь. Да какой вызов? Я вам я еду на вызов, объясните мне, какая вам нужна. Послушайте меня, помощь. Я за вами бежал, стучал вам по машине. Я не знаю, где вы. Смотрите, идите сюда. Как вас зовут? Следы меня, Александр. Я на вызов спешу, какая вам нужна при помощь? При вас водитель нарушил два правила движения, а именно... При нас нарушил? Да, обогнал вас, да, на перекрестке непосредственно. Я не видел данного правонарушения. Вы не видели, у меня есть. Нет, я не видел данное правонарушение. Я останов... я говорю, мы на вызов едем, скажите, какая так вам я вам объясняю, помощь. При вас водитель нарушил, да, два правила. Какой ПДД. Водитель автомобиля. Какого автомобиля? Трафик, Рено. Госномер данного. Все записано у меня. У вас записано? Слушайте, что вы, я вам объясняю, что вы себя ведете как идиот. Дословно я еще раз говорю, послушайте, хватит выражаться. Что, а вы уже говорили? Хватит выражаться. Вы уже говорили мне это? Нет, я вам сейчас я говорю. Я остановился, спросил. Помощь вам какая нужна? Вы не реагируете на правонарушение, я хочу какое написать заявление. Я остановился, вам сказал, вы мне сказали, я с вами общаться не желал. Вы у вас музыка орала в машине. Музыка, вам орала. Нужно, вы хотите написать заявление? Да. Давайте проследуем в свой. Не-не-не, я не обязан этого делать, я на месте напишу, достаньте листик, что? Ручку, я вам подам. Едем. Я понимаю. Да, но я хочу подать заявление. Не надо. Мне я нужны вы. Вы нарушили, я на вас запишите хочу написать. Мои данные, напишите заявление. Ну, я хочу вам написать. Вы мне отказываете? Еще раз говорю. Вы отказываете я мне? Я в Суворовский РУ проследую. Вы? Я на вызов спешу, еще раз говорю. Вы с музыкой ехали, слушали музыку. Я еще раз пишу, на вызов. Так что теперь? Давайте Заболотного 18, не надо мне Заболотного, я не обязан этого делать по закону. Мои данные, записывайте. Вы слышите меня? Я вам хочу непосредственно подать заявление.
заявление? Какое заявление? Вам, вы просто вызов передали за ваше бездействие. Заявление на меня вы хотите мне же подать? Да, вы передадите своему руководству. Да, я так делал 100 раз. Ну, человек, я говорю, что вас удивляет? Вызов, так что теперь давайте можно нарушать? Я говорю, за вами бегал, стучал. Почему вы не реагируете? Знаю, что вы за мной бегали. Вы не слышите музыку, тишину доделать в машине. Куда поехали? Куда вы? Отказываете в помощи? Я понимаю. Что вы толкаете? Отойдите, да, я сижу. Что вы толкаете? Не могу понять. Куда поехали, ребята? На вызов, говорю, я говорю, нет, не примите почему? Заявление. Хорошо, ваше удостоверение тоже. Удостоверение показывайте. Двери, говорю, отпустите двери. Удостоверение покажите. Удостоверение, могу ваше увидеть или нет? Да, покажи удостоверение еще. Конечно, и ваше, да, что за нервы, я не понял. Вот. Потому что мы спешим на вызов, вы меня да за мной. Вы с музыкой только что вы ехали. Вы за мной летите на автомобиле, говорите. А, так вы видели? Правонарушение вы видели? Где-то было. Вы да. Только что мне сами вас обогнали. Вы дважды, да. Так ну. Вас обогнали на перекрестке. Кто вы не видите? Рено Трафик. Я остановился. Я не видел никакого данного правонарушения. Для этого я остановился вам указать. Вы сказали, я с вами разговаривать не желаю. Вы закрыли меня окно. Перепутали с кем-то? Как это у меня все есть? Вы меня с кем-то перепутали. Слушайте, что вы... Удостоверение дайте? Смотрите, мы поехали. Перепутал вас? Да. Мазуренко. Пойдемте, покажу на видеорегистраторе. Я вы говорю, едете? Я на вызов так еду. Так вы нарушитель, куда вы едете? Такое? Вы мне говорите про правонарушение, которое я не видел. Вы новая полиция, вы обязаны да, помогать. Я помогите. Говорю, мы на вызов вас обгоняют, ты с музыкой едешь, я хамло. Я говорю, я не вижу правонарушения. Врубил музыку, врубил я музыку. Я еще раз говорю, мы говоришь, на вызов. Говоришь, я с вами не сказали, желаю общаться. Все, отойдите, пожалуйста, от автомобиля. Куда поехали? Заявление. Мы на вызов едем, говорю. Заявление? А что вы меня толкаете? Еще раз говорю, отойдите от автомобиля. Заявление примите. Еще раз говорю, отойдите. Так я вам еще раз говорю, примите заявление. Едем, я по... Да какой за вызов? Вы с музыкой катаетесь? Куда какой вызов? Что вы толкаете? Как это? Отойдите, покажу вам на видеорегистраторе. Отойдите. Хотите, покажу? Пойдем. Провокатор, отойдите от автомобиля. Какой провокатор? Вы хам. Пойдемте, покажу вам нарушение. Не мешайте нам следовать вы на вызов. Еще раз вам говорю. Зачем я мешаю? Я прошу помощи у вас. Какой помощи? Надо заявление. Да. За болотное 18А напишите так вам, заявление. Что так потому что вы провокатор, вы мешаете мне ехать на вызов. А вы хам, вы хамили. Еще раз говорю. Вы же хамили, да? Посмотрите на видео, хамили вам или нет. Конечно, пойдемте покажу вам. Я еще раз говорю, мы едем на вызов. Не хотите помогать? За болото у вас нет. Причем не за болото, я к вам обращаюсь, вы же полиция. Вы же полиция.